Чё за... Да стрелять, колотить, вы издеваетесь? Я хочу вперед, а из-за этого гребаного пинга не могу продвинуться! Как играть в эту игру? Типичный Free Fire. Отлично, летит, летит! Летит дроп, ребят! Да чё за нахрен? Почему мне так не везет? Как вообще? В одном дропе может быть две сковородки! Пол карты за этим дропом гнался! Ради гребаных сковородок! Как же охренительно! Столько крутого лута! И все для меня! Как-то странно, я же был здесь один! Как кто меня нокнул? Что за хрень? Неужели это кто-то из... Ах ты, крыса! Так и знал, что свой положит! Вставил мне нож в спину, сука! Видел, что топовый лут у меня рядом с бочкой, да? Подставщик! Какая же ты тварь! Опа-на! Целый сквад АФКшников! Прямо передо мной! Ну это изи! Ща выйду! Раз, два, три! И все три килла будут мои! И чтоб было прям совсем круто, сделаю так. Возьму сковородку и буду выебываться. Охереть, Кирюша отжигает. Троих сковородой завалил. Видимо, он реально говорил правду, что очень хорошо играет в эту игру. Как хорошо, что он со мной в команде. Если бы вы знали, как круто быть единственной тёлкой в каточке. Просто покажу сиськи, и весь лут на карте мой. Спасибо, мальчики, за лут, а теперь идите нахрен, сиськи я вам показывать не буду. Не буду! Отвалите от меня! Все, уебывайте, не будет сисек! Отстаньте от меня! Уйдите, все! Никаких сисек! И вообще, они у меня маленькие! И вообще, я мужик! Опаньки! Показать эмоцию, чтобы собрать самый крутой лут. Ну чё ж, давай покажу эмоцию! Ой! Охренеть! Это реально работает! Я всего лишь показал какую-то вшивую бесплатную эмоцию, и мне предлагают забрать какой-то крутой лут. Ну что ж, давайте посмотрим. А вдруг сейчас дадут какую-то топовую пушку, и я с ней смогу затащить эту катку. Охренеть, охренеть, даже не верится. Блять, да они чё, надо мной прикалываются? Сковородка? Сковородка? Ебучая сковородка! Какого ж хрена так везет на сковородке? Что за хуйня? Снова ты! Ебучая сковородка! Как я должен брать топ с тобой? Итак, пацаны, осталось всего лишь два сквада. Файтятся между собой, да мы сможем да, поддерживать. Сейчас просто разъебаемся. Так, заткнитесь. В смысле заткнитесь, чё? А ничего, Кадыров ставил её. Это моя ремка, моя ремка. Отстань, моя. Я первый её. Нет, я был первый, я её да, свалил от меня. Как хорошо, что первый был не я. Чё, да выёбывался, да? Да кто же виноват, что когда гандон ее заминировал? Если б не мина, все было бы чики-пуки. А так тебе просто фартануло, не более. Все, хоро выёбываться, давай поднимай меня. То есть погодь, ты сейчас меня обосрал и хочешь, чтобы я тебя поднял, да? Ладно, ладно, подниму, но запомню. Пожалел лабораторием. Да чё ты там запомнишь, батяра? А, сука! Бро, ставь стенку! Скорее ставь стенку! Ща, 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 все! Ты чё, дебил? Кто так стенки ставит? Господи, да зачем я тебя вообще в катку позвал? Слышь, ситуация была просто критична. Харе отмазываться, просто стенки не умеешь ставить. Пацаны, а вы что тут раком сидите? В смысле раком сидим? Ты за кого нас принимаешь? Мы что, по-твоему, педерасты? Ладно, ладно, просто не ожидал вас тут увидеть. Давайте, вставайте, братья. Ну, сейчас я этим сукам накидаю защику. Ах, сука, не накидаю. Ай, братан, ты забыл стенку поставить. Да в смысле забыл? Здесь же стоит стенка уже. Да ты видел, как он ее поставил? Он как батяра. Сам ты батяра. Короче, братан, забей на нас, ты профи, иди зарешай их, а? Ха, да без бэ, сейчас вынесу батон. Чё думаешь, справиться? Охуенно, одной игре на троих! Братик, у тебя там что, враги? Не-не-не, бро, все норм, это я по горе спускаюсь. Но у тебя хп тратится. Ну так я с горы вниз бегу. Боже, я и забыл, что мы во Free Fire. Ну давай, чмо, попробуй меня сбить. Сука! Я не сука. Я профи. А ты просто не знаком с физикой этой игры.
В рот мне ноги. В соло против сквада. Ну, кажется, здесь у меня просто нет шансов. Ща меня они разъебут по любасу. Охренеть, пацаны! Настоящий пропуск Сакура, охренеть! С первого пропуска играть! Я думал, здесь таких уже не осталось! Пацаны, я хочу с ним селфи! Вы как хотите, а я с ним сделаю скриншот. Братишка, тут не убегай, давай сфотаемся на память. Спасибо за комплименты, пацаны, спасибо огромное. Блядь, у тебя теперь есть фотка с Алтом. Скинь мне эту фотку. Вот что значит быть Алдом. А на сегодня, братик, у меня все. С тобой был отец Евген и его самые топовые озвучечки в интернетике. Обязательно поставь лайкусик, если этот видеоролик тебе понравился, и напиши какой-нибудь комментарий. А также ты можешь сделать репосты или вырезать какой-нибудь крутой момент и залить его в ТикТок. Ну и само собой подписывайся на мой канал, если до сих пор на него не подписан. Увидимся. Пока-пока.